Привіт, друзі! Я завжди у цей час ми працюємо в прямому ефірі телеканалу Миколаїв. І якщо у вас є бажання і час приєднатись до нас, це розмова на тему. А тема нашої сьогоднішньої розмови – чоловік та жінка бажають різного. А конкретно чого, ми з'ясуємо саме зараз за допомогою нашої сьогоднішньої гості – практичного психолога Олени Кітриш. Здравствуйте, Елена Прекрасная. Здравствуйте, Наточка. Очень рада вас видеть в нашей студии, Елена. И я хочу напомнить нашим телезрителям, друзья мои, мы продолжаем цикл передач, посвященных секретам жизни, любви и брака. И Елена Прекрасная, наша сегодняшняя гостья, практически, психолог, который знает некоторые ответы на многие вопросы, дорогие телезрители. Елена, итак, будьте добры, мужчина и женщина, действительно ли они хотят разного? Они разные, да, и хотят тоже разного? Они разные и хотят разного. И в первую очередь, когда создается семья, мужчина и женщина должны узнать, чего же они хотят. Потому что мы часто любим так, как нравится нам, да? Мы дарим подарки те, что нравятся нам, правильно? Делаем то, что нравится нам. А может, другому человеку это и не нравится. Вы понимаете? И вот уже сразу начинается конфликт. Поэтому, в первую очередь, мужчина и женщина, чтобы построить гармоничное отношение, они должны узнать, а чего же нравится моему партнеру, да, моему мужу, моему спутнику. То есть девушка и юноша, или мужчина и женщина, вступая в брак, они должны определить и знать вкусы своей половины, да, правильно? Да, вы знаете, сейчас 80% разводов у нас, и больше всего страдают женщины. Больше всего не удовлетворены браком именно женщины. Они фрустрированы до предела. Что такое фрустрация? Они не удовлетворены их потребности, базовые потребности. Потребности женщин? Да, базовые потребности женщин. Они остаются разочарованы браком, понимаете? Любовь, она бывает обманчива, да? Вот, сначала гормоны любят друг друга, а потом оно немножко тихнет, и потом, когда начинается жизнь. Да, начинается жизнь, и женщина строит нереалистичные ожидания. Вот основная причина то, что у нее нереалистичные ожидания. Вот если они встречались, да, женщины, что любили, холили, ухаживали за ней, поженились, все, это все отошло на второй план. Вот, и женщина, конечно, расстраивается больше всего, больше, чем мужчина. Она начинает вытягивать вот эти вот эмоциональные соки с мужчины, потому что ей хотелось постоянно вот того внимания, той теплоты, а не тут-то уже было. И она начинает мужчину, грубо говоря, есть, съедать. Она начинает требовать. Требовать. Это хорошо, если она начинает требовать. Но многие женщины не требуют ничего. Сейчас современные женщины, они могут не требовать ничего. Вы знаете, мужчина и женщина, вот женщина считает, мужчина должен меня дополнять, да? А должен ли дополнять мужчина женщину? Вот женщина считает, женщины, наверное, вы думаете, мужчины должны нас дополнять. А должны ли дополнять мужчины? Должны, не должны. Ни мужчина не должен дополнять женщину, ни женщина мужчину. Потому что в брак вступают две личности, должны. Не две пустые души, да, несчастные, а две личности, счастливые. Помните, в одной передаче я говорила, идя в брак, бери счастье с собой. Угу. И когда идут в брак две зрелые, пусть они молодые, да, но они психологически зрелые и готовы к трудностям, две души, тогда брак получается гармоничным. Вот. А ни в коем случае мужчина не должен быть дополнять женщину. Вот они совершенно разные. А, Елена, будьте добры, мужчина не должен дополнять женщину, женщина не должна дополнять, да, мужчину. Мы уже определили, что, чего хотят женщины. Женщины все-таки хотят в первую очередь внимания. А теперь, господа, внимание! Сейчас мы с вами узнаем, чего же, собственно, хотят мужчины. Елена, вы, да, владеете этим секретом? Владею, да. Перед тем, как сказать, чего же хотят мужчины, мне бы хотелось сказать, чего они не хотят. Ага, Анеточка, да вот как, чего не хотят мужчины? Мужчины не хотят стать женщинами.
А если спросить у женщины, какой должен быть мужчина, она опишет свою лучшую подругу. Любящий поболтает, да, как мы знаем, внимательно к мелочам. Вот. Мужчина, мы знаем, что совершенно не такой. Он будет лучше смотреть телевизор, молча себе отдыхать. И, естественно, опять же, эта женщину расстраивает. Мужчина не любит работать над отношениями. Не любит работать? Нет. Мужчина не любит работать над отношениями. Потому что он любит просто работать. А отношения – это то, что должно быть само собой, да? Вот пришел домой и расслабился. Но вы знаете, 75% мужчин говорят, что они живут как нелегалы. Как нелегалы. У них постоянная внутренняя тревога, внутреннее напряжение. У мужчин тревога? У мужчин очень хрупкое эго. У мужчин часто низкая самооценка. Мужчины, да, вот они такие сильные, мужественные, да, но а внутри… У них хрупкое эго, у них неустойчивая самооценка, они очень мнительные. И часто они слышат голоса в голове. Опа, да, голоса, крики и голоса слышат, что вот ты не такой, как хочет, да, тебя видеть женщина. И они начинают в себе сомневаться. И когда они приходят домой, да, эти голоса должны что? Умолкать. Не должно быть уже дома голосов. А как правило, приходя домой, эти голоса, что? Они еще больше звучат. Они только, да, усиливаются. Потому что что? Женщина начинает предъявлять претензии мужчине, да? Вот, ты много смотришь телевизор, ты мало работаешь по дому. А мужчина начинает что? Своим логическим мышлением думать, нет, не так уж много я смотрю телевизор, а почему это я ей не помогаю, ты меня там не любишь, да, может, женщина, и вот постоянно она придирается. Хорошо, если она придирается вот тактично и толерантно, но могут еще и критиковать мужчин. Вот если критиковать женщину, ей пойдет это на пользу. Да? Да, женщине пойдет это на пользу, потому что если нам что-то сказали, да, мы, естественно, хотим это изменить, потому что для нас строить отношения, работать над отношениями – это самое главное. То есть женщине нравится работать женщине над отношениями? Женщине нравится, и она думает, что нравится это и мужчине, но нет, ему это не нравится. И когда начинает требовать, когда начинает еще критикой, да, она думает, буду критиковать его, и он изменится, это будет его как бы… стимулом, да, меняться? Нет, это стимулом не будет. Мужчина станет делать все наоборот, и он будет... Так он будет делать наоборот, да, или назло, Лена? Он будет делать наоборот, он будет язвительным, он будет эмоционально холодным, потому что он хочет, чтобы его принимали таким, какой он есть. И самое главное, чего хотят мужчины? Мужчины хотят уважения. Вот одно слово, да, одно слово, что им надо? Мужчинам нужно уважение, их надо уважать. Ты меня уважаешь, да? Да, да, им так важно, для них это жизненно необходимо. Не только уважать, знаете, условно, вот принес деньги, я тебя уважаю, там, помог мне, я тебя уважаю, что-то не помог, я тебя не уважаю, понимаете? Вот, должно быть уважение постоянно, независимо, сделал мужчина ошибку, не сделал ошибку. Соответствует он ожиданиям женщины или не соответствует, его нужно уважать, потому что это базовая потребность любого мужчины, это жизненная потребность любого мужчины. Для мужчины слово «измениться» – это нецензурное слово, да. Мужчина не хочет меняться, он любит себя таким, какой он есть. Понимаете, это опять же свойственно женщинам. Это не говорит о том, что у мужчины низкая самооценка. Нет, у них достаточно высокая самооценка. Они достаточно любят себя, но они меняться не хотят. Вот. Ну, есть хорошая новость для женщин. Они могут содействовать к тому, чтобы мужчины поменялись, но когда они добьются своего, мужчины просто вымрут. Боже мой, нет, нет, мы не должны допускать до этого ни в коем случае, Елена, телезрители, я думаю, что вы согласитесь, потому что без мужчин жизнь, ну, она не то что обеднеет, она просто станет, зачем тогда жить, если нет рядом мужчины, и вообще, если нет вокруг мужчин. И главное, что вот сейчас из уст нашей Елены Прекрасной прозвучало самое главное, дорогие женщины,
Нужно уважать мужчин. В любом случае. Независимо от того, нравится вам что-то или не нравится, но нужно уважать. А если не хотите уважать, надо себя заставить уважать. Да. Вы знаете, Анеточка, мужчины довольны своим браком. И были исследования. Вот взяли 2300 мужчин, опросили. Вот если бы вы встретили свою женщину, да, жену, еще раз, вы бы женились на ней? То 1800 человек сказали «да, я бы женился на ней повторно». Когда этот опрос проводили среди женщин, спросили, вышли бы вы повторно за своего мужа замуж, то меньше половины женщин сказали «нет, я бы за него не вышла». Это говорит о том, что браком не удовлетворены больше женщины. Они строят вот эти вот нереалистичные ожидания. И был вот такой случай, женщина 8 лет жила с мужем, и постоянно она недовольна была, потому что муж не соответствовал ее ожиданиям, то, что она настроила, да, себе. Вот. И потом она в один прекрасный день села, взяла лист бумаги, ручку, написала все, что она хочет от мужчины, все, что она ожидает от мужчины, вот эти свои ожидания какие-то, да, вот. Она написала это, потом взяла мужа за руку, положила эти ожидания в коробочку, они пошли, закопали эти ожидания, и с того дня у них началась совершенно новая жизнь. Да что совершенно вы. Новая жизнь, и они прожили долго и счастливо, без вот этих вот ожиданий. Елена, я поняла, что женщина не должна строить свои отношения на ожиданиях, в первую очередь. А, собственно говоря, вы как психолог, будьте добры, очень опытный психолог, чего, собственно говоря, хотят тогда женщины? Ну, нельзя им ожидать, ну, нельзя им гнобить мужчину, нельзя его грызть. Ну, а как же жить? Да, Анеточка. Вот как жить вообще бедным женщинам? Я поделюсь сегодня вот этой жемчужиной мудрости. Это всего одно слово, да, как одно слово у мужчины, чего хотят мужчины, это уважение, и одно слово у женщин. Но, к сожалению, много женщин, они даже не подозревают, чего они хотят. Они понимают, что чего-то, какая-то боль, какой-то дискомфорт. Да. Она приходит к мужу, видит, он смотрит телевизор, она начинает его упрекать. Да, упрекает его. А вы знаете, в чем настоящая причина? Женщина хочет быть избранной. Вот единственное желание женщины – быть избранной. Избранной для своего мужчины. Да. Вот смотрите, да, вот допустим, как жизнь для женщины, как в 8 классе вот мы были, да, вечер танцы в 8 классе. Она стоит и что? Думает, я хочу танцевать. А на самом деле она стоит и думает, я хочу быть избранной. Я хочу, чтобы подошли и выбрали меня. Одно, единственное, да, вот среди многих женщин хочу быть избранной. Вот. И мужчины знают это понятие, потому что их выбирают разные спортивные команды. Да, они знают, что такое. Но для мужчины это не столь важно, как важно для женщины. Когда он смотрит телевизор, она уже начинает конкурировать с этим телевизором. Или сидит в компьютере. Или сидит за газетой. Опять же, он выбирает компьютер, он выбирает телевизор, он выбирает друзей, он выбирает рыбалку, но не выбирает ее. Понимаете, насколько важно для женщины быть избранной. То единственное, когда мужчина ей предлагает выйти замуж, да, женщина что, торжествует? Я вот та, единственная, он выбрал меня одну единственную среди многих. Ну, а мужчина думает, ну, выбрал, он все уже, выбор сделан. Да, да, а она, для нее это важно. Почему женщина оставляет дом, да, семью, родителей, которые ее любят, да, и уезжает за мужем, может уезжать далеко, да, где-то. Далекие дали. Далекие дали, да, она оставляет. Почему? Потому что семья не может дать того, что может дать мужчина. Именно мужчина делает женщину избранной, понимаете? Именно мужчина. Вот, показывает, что она та, одна и единственная. Потому что если вот так вот разобраться, то в браке выигрывает больше мужчина. Больше мужчина. И статистически доказано, что мужчина, который женился, он более счастлив, он более здоров, он больше зарабатывает. Вот. Женщина, да, разберем понятие, вот она выходит замуж. До 20 века
Каждая третья женщина умирала от родов. Она рискует жизнью, да, рожая детей. Это раз. Слава Богу, сейчас у нас медицина, и уже такого риска у нас нету. Дальше. Век равенства, как мы говорили. Но все-таки женщине приходится работать. И большую часть домашнего хозяйства... Тоже работать. Также она ведет, да. Вот. Мы видим, сколько на женщину ложится обязанностей. Мужчина должен что? Обеспечить семью. Вы знаете, сейчас очень много мужчин, выросло целое поколение мальчиков, так и не ставших мужчинами. Потому что, чтобы вырос с мальчика мужчина, настоящий мужчина, он должен пройти определенные жизненные трудности. Его должна воспитать сильная женщина. Сильная женщина. Угу. Понимаете? А женщина должна быть слабой, в принципе, Елена. Да, сила женщины в ее слабости, мы это знаем. Но мужчинам нужна сильная женщина. Чтобы разбудить вот того мужчину, который спит, знаете, где-то глубоко, вот, должна женщина встать во весь рост и заявить о себе и быть сильной женщиной. Потому что вот если мы возьмем немножко предысторию, да, 1800 год, когда мужчины все ринулись в Америку, да, вот мы знаем, за лучшей жизнью, они были какими? Назвали еще Дикий Запад, да, слышали такое понятие? Они были дикие, да, да. Но к 1900 году они что, образумились? Потому что появились именно вот те сильные женщины. В ту эпоху еще, да, уже были сильные женщины, которые сказали, чтобы меня завоевать, ты должен соответствовать, да? Ты должен быть лучше того, лучше этого, понимаете? И тогда вот эти вот сильные женщины обуздали вот этих мальчишек диких, и они стали цивилизованными. От женщины зависит, будет мужчина варваром, или он станет цивилизованным человеком, именно от женщины. Женщина даже не понимает своего влияния на мужчину. Она его может либо создавать, либо разрушать. Влияние женщины на мужчину очень большое, очень огромное. Но здесь же, опять же, как помните, как мы говорили, как-то грамотно. Ко всему нужно подходить грамотно. И знать, что у мужчины хрупкое эго, что мужчина часто сомневается в себе, что у мужчины где-то, да, там кричат голоса, что он не такой, что он не подходит. Вот. И приходя домой, мужчина должен успокаиваться, мужчина должен расслабляться, ему должно быть комфортно. Вот эти вот голоса, они должны утихать именно дома. Но, к сожалению, миллионы мужчин, они только что усиливаются. Еленочка, а будьте добры. Вот вы говорите, что воспитать настоящего мужчину может лишь сильная женщина. При этом сила женщины в ее слабости. Сегодня мир так стремительно меняется. А вот какая она современная женщина? Вы знаете, сейчас... Наверняка у вас есть свой взгляд. Да, да. Также были исследования, и современная женщина сейчас скорее отчаянная, чем уверенная в себе. Скорее с заниженной самооценкой. Скорее с заниженной самооценкой, чем с высокой. А чтобы воспитать мальчика настоящей мужчиной, да, должна быть уверенная, сильная женщина. Вот. Поэтому то, что сейчас происходит, мы видим, да, мальчики играют в компьютер, мы видим, что какая-то появилась безответственность. Это то, что женщина не может потребовать. Вы знаете, в следующей передаче я бы хотела рассказать, что женщины склонны отдавать, а мужчины брать. И если женщина не начнет требовать от мужчины, да, определенных поступков, то мужчина может расслабиться. Мужчине в отношениях нужна строгая дисциплина. Угу. Да. Угу. Все-таки мужчина – это воины, и нужна дисциплина. Естественно, да? Мужчине нужна в отношениях уважение, и строгая дисциплина, вот это вот им нужно. Если нету в отношениях дисциплины, такие мужчины оставляют своих женщин и эмоционально, и физически. Да, очень важно именно строгая дисциплина, чтобы мужчина знал,
нормы и правила. Они так любят. Правила, понимаете, поведения. Они любят правила. Правила в семье. Набор обязанностей. Да, правила на работе. Если мы эмоционально чувствительны, да, то они живут по нормам, по правилам. И в отношениях также мужчины хотят вот именно правил. Елена, а будьте добры, из ваших уст сейчас прозвучало, что современная женщина больше отчаявшаяся, нежели уверенная в себе. А какие женщины нужны современным мужчинам? Какой он современный мужчина? Вы знаете, вот именно сильная женщина, чтобы побудить мужчину стать сильным и выполнять свои мужские обязанности, именно должна быть сильная женщина. Все-таки женщина должна быть сильной. А вот какие мужчины нужны женщине, всегда сильная и лучше, чем она. Лучше, чем она. Выше. Больше зарабатывать мужчина должен. Это у нас так заложено еще вот исторически. Ну да, исторически, что мужчина все-таки он в первую очередь добытчик. Но да, вы знаете, добычи. Современный мир, он несколько перевернул даже вековые устои. И сегодня порой женщины зарабатывают больше, чем мужчины. Даже в семье это бывает, что приносит мужчине дискомфорт. Дискомфорт. Елена, да. Этого можно избежать? Вы напряжение? Знаете, также статистически доказано, что некоторые мужчины превратились в аксессуар. Это в кавычках слово. Это в аксессуар, ужасно, да. Потому что женщины тянут этих мужчин, да, за собой. Вот. И мужчина не выполняет той роли, которую он должен выполнять. Только все в руках женщины. Все в руках женщины. Либо станет мужчина настоящим, да. Вот, либо он будет приложение к женщине. Этого нельзя допускать, потому что многие женщины сейчас, они просто насколько любят своих вот этих вот мальчишек, в кавычках, да, взрослых мужчин, ну, как мы, и оберегают, опекают их, и как бы не дают им проявить свою мужскую силу. Они боятся, чтобы их не покинули. Не надо бояться. Дайте мужчинам проявить свою силу. Свою силу. Мужчина должен завоевывать, мужчина должен добывать. Он не должен сидеть и болтать, и где-то там, а он должен становиться мужчиной, чтобы вот это вот поколение, которое так и не превратилось в настоящих мужчин, все-таки зависит от нас, от женщин. То есть вы полагаете, Елена, что даже вот то подрастающее поколение, которое нынче уже не сегодня, завтра вступит в эту пору и станут мужчинами, у них есть шанс действительно стать мужчинами? Все зависит только от женщин. Насколько они будут уважать их, насколько будут строгие правила в семье, в отношениях, насколько они будут слышать друг друга, слышать, чего хотят, да, чего хочет женщина. А мы уже помним, да, что женщина хочет быть избранной. И те мужчины, которые сейчас слышат, я думаю, они согласятся со мной. И вот прежде чем включить телевизор, он должен подойти к жене и сказать: а давай не будем включать этот ящик, а возьмемся за руку и пойдем с тобой погуляем. А давай-ка я выключу этот компьютер и сядем, и ты мне расскажешь, как прошел у тебя день. Понимаете? И тогда женщина будет чувствовать, что она избранная, что она вот та единственная, понимаете? Вот та единственная, которая нужна мужчине. И если он услышал этот секрет, понял этот секрет и будет показывать бесконечно женщине, что она избранная, она не будет требовать потом сколько вот этих эмоциональных, да, вложений со стороны мужчины. Немножко, хотя бы немножко показывать женщине, потому что она загоняет вот эту боль вовнутрь и да. начинает критиковать мужчину, начинает его побуждать какими-то негуманными способами, и начинается вот это в семье вот такая вот конфликты и боль. Елена, у нас есть еще буквально одна минутка, и хотелось бы, знаете, вот наша беседа сегодня посвящена секретам жизни, любви и брака. Это мы продолжаем цикл наших бесед. И буквально резюмируя нашу сегодняшнюю беседу, когда вступают в брак мужчина и женщина, конечно, в первую очередь, ну, отбросим там, что расчеты или еще что-то, все-таки в первую очередь движет любовь. Любовь, да. Но, как выясняется, над любовью, для того, чтобы любовь не умерла, над ней нужно работать. Да, как? Да. У нас буквально одна минута. Любовь, потом уважение, да?
Потом уважение – это очень важное качество, которое нужно жизненно, нужно мужчинам. Потом для женщины быть избранной, быть той единственной, быть той изюминкой, которой она хочет быть. И если они будут понимать вот эти вот важные, немного мы видим, да, что немного хочет женщина, немного хочет мужчина, это совсем малость. Это совсем малость. Вот уважение и быть той единственной. И в семье будет любовь и гармония, я уверена. Прислушиваться, слушать друг друга, слышать друг друга. Да, и понимать. Да. Елена Прекрасная, спасибо большое, что вы сегодня украсили снова нашу студию, что вы были в нашей студии, друзья мои. Елена, я думаю, давала вам очень важные дельные советы, которым стоит прислушаться, господа. И если, дорогие мужчины, у вас возникает вопрос, жениться или не жениться, то, по словам знаменитых и очень таких маститых философов, если жена попадется плохая, станешь философом, а если хорошая, то будешь счастливым. Именно счастья мы желаем и мужчинам, и женщинам. Це була розмова на тему. На все добре.